300 бойцов со всего Краснодарского края в течение 2 дней выясняли, кто станет лучшим в спортивных поединках. Именно победитель и поедет защищать честь Кубани в российских состязаниях. В соревнованиях была использована электронная система судейства. Для объективного судейства на ногах спортсменов установили специальные накладки с датчиками. Каждый точный удар сразу высвечивается на табло. Для первого выступления команда «Анапа» показала отличный результат, удивив бессменных фаворитов края из Тихорецкого района и Краснодара. Первое место занял Чивкин Семен, второе место нокдауном занял Тельгеров Дмитрий, и третье место поделили Лавин Даниил и Кашеру Олег.